Привет! Это я все снимал. Не верьте никому. Ни Негиту. Я снимал. Все на самом деле я. Баню сжег, тоже ты. О, пойдем. Я комнату там выбил, Михаил. Конечно же. Спасибо большое. Там, да, сейчас послушайте. Все, вот и подошло это великолепный бой к концу. Ты сними-ка эту Карину. Она заебал, пиздец, я сам. Пошел ты, мой Nauris был в сотню раз лучше. Какой несколько? Пошел ты, его тренер заслуживает тренер Евгений! Товарищ Евгений, да? Типа это уничтожено. Боже, тяжело пить и снимать. Короче, я вот, бля. Посчитывают свои очки, кто какой боец победил у нас в нашем престижном чемпионате. Оба бойца себя показали с лучшей стороны, конечно же. Я видел много боев Роя Джонса, Мухаммеда Али, но это лучше, безусловно. Это было ничья. Да, и мы видим, что судьи решили все-таки, что будет ничья в этом офигенно захватывающем поединке. Победили, короче, оба участника. Я чемпион мира! Да. Присуждаем два первых места. И потому сначала мы награждаем Артура Дюссельдорфского медведя! И мы дарим ему не что-нибудь. Мы дарим ему не что-нибудь, а настоящий алкометр. Потому что чтобы ты всегда знал меру во всем. Покажи его! Будешь всем рассказывать, какой ты бухой. И сейчас вторым мы награждаем кого-нибудь, а Nauris'а, хирурга. Получаем золотую медаль. Диплом. И мы вручаем ему боксерские перчатки. Получаем, не совпало, что у вас еще день рождения празднуется сегодня. Да ладно? Да. И я выиграл, и выиграл я тоже.